В своем выступлении на встрече с представителями таджикского общества, состоявшегося 12 мая, президент Таджикистана Эмомали Рахмон неожиданно заботился о благосостоянии граждан, призвав жителей страны не допускать расточительства и искусственного завышения цен во время месяца Рамазан. هموطنانی خود را به اذیت گرفتار نکنند. در اکثر کشورهای اسلامی و مسلمانشین تاجران نرخ را برعکس در این ماه ارزان میکنند تا که با همین راه نیز صاحبی ثوابی زیاد شوند. Рахмон также вспомнил о законах шариата, добавив, что прошедшие осень и зима, во время которых выпало мало осадков, а также нынешняя жаркая весна, не могут не оказать отрицательного влияния на урожай сельхозкультур и сферу животноводства. توی و مرکه و دیگر مراسم و آینا از جمله در ماه شریف رمضان با تقلید و نمایشکاری و ظاهر پرستی و زیاده روی راه نداده مقررات قانون ملی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم را قطعیان رعایت نماید. Наблюдатели отмечают, что это уже далеко не первый случай, когда Рахмон апеллирует к исламским законам и ценностям, изображая из себя благочестивого мусульманина, пытаясь сыграть на религиозных чувствах народа для достижения своих личных целей. В данном случае Рахмон попытался изобразить из себя справедливого правителя, заботящегося о своем народе. Примечательно, что Рахмон призвал людей проявлять экономность, чтобы пережить бедность, в то время как сам он, по мнению экспертов, является одним из самых коррумпированных правителей в мире.